Водительское удостоверение всего за 4 дня. Так оперативно его сегодня можно получить в многофункциональном центре «Мои документы». Новая услуга по выдаче прав появилась меньше месяца назад, но уже популярна. Ею интересовались еще до внедрения специализированной программы. Сейчас она в работе, а за удостоверениями обратилось уже порядка 30 человек. Срок государственной услуги – один рабочий день. Плюс дается 3 дня на обработку. То есть это на прием документов, на передачу документов орган власти, который непосредственно выдачей удостоверения занимается, и на то, чтобы мы забрали документы и выдали заявителю. Сотрудники госавтоинспекции такой помощи рады, но отмечают, что работы меньше не стало. Ведь первичное удостоверение все равно выдается только в ГАИ. В МФЦ можно получить права только взамен украденных, утерянных или с истекшим сроком годности. Но зато по принципу единого окна. Даже оплата госпошлины и фотографирование происходит в офисе. Чтобы получить данную услугу, гражданин обращается в МФЦ по обмену водительского удостоверения, подает необходимые документы. Это старое водительское удостоверение, заявление на обмен водительского удостоверения, медкомиссия, оплата госпошлины. Его там фотографируют, назначают время, и к определенному времени уже человек, не посещая госавтоинспекции, приезжает и забирает уже водительское удостоверение. Кроме привычного водительского удостоверения, в офисе «Мои документы» можно получить и права международного образца, причем в такие же кратчайшие сроки. Обращений пока не было, но сотрудники офиса уверены, обязательно будут, ведь внедрение новых услуг – это реакция на спрос. Постепенно перечень услуг расширяется в зависимости от, естественно, запросов людей, для того, чтобы людям было удобно, комфортно получить ту или иную услугу не в самом органе власти, а и плюс еще здесь на базе наших офисов. Удобство и скорость – вот ради чего обращаются в «Мои документы». За годы работы офиса его сотрудники остаются верны этим принципам. Олеся Васева, Руслан Кириллов, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».